очаровательные салфетки, прямо ми-ми-ми-ми-ми-ми в стиле шеби. Я первый раз там увидела, и стоят они, как обычно, 53 рубля. Хотя в других регионах это 49 рублей. У нас город дорогой. Что поделать, если зарплаты выше, чем в Москве, в кавычках. В общем, классные, классные, классные. Обязательно сфоткаю их для своего инстаграма. Кстати, инстаграм размещаю здесь. Заходите туда в гости. Там вы сможете увидеть мои фотографии и, не знаю, какие-то заключения о тех или иных покупках. В том числе и фикс прайс. Поэтому я от души вас приглашаю в гости. И давайте смотреть, что еще там новенького я нашла. Фрискис я купила в фикс прайсе всего по 55 рублей. Продолжайте, пожалуйста, фикс прайс в том же духе. Большое спасибо. Мои кошечки будут очень-очень рады. Вот такой очаровательный снеговик украсит мою елку. Вот такие ручки я покупала осенью и решила повторить. Хотя там иногда некоторые из них сразу изначально какие-то нерабочие. Но это нормально иметь столько ручек под рукой. Во всех, не знаю, там сумочках у меня их немало. Кстати, если интересно видео про мои сумки, задавайте вопросы, я сниму. Это Ольга Швец, Новый год и новинки из фикс прайса. Вот такой корм я первый раз там увидела. Я никогда вот этого не видела. Потому что у меня кошка из всех кормов любит вот этот, моя основная, которая русская голубая. Вот такие теперь бумажные полотенца. У меня такое ощущение, что содержимое вот этой пачки, где было их два, поместили вот в этот один рулон. Ну что, попробую, посмотрю. Для меня это must have. Это подходит и для кухни, и для ванны, и постелить зверюшкам под кормушки. В общем, и сушить кисточки сверху, закрывать, чтобы не пылились. В общем, очень-очень-очень много нюансов, и я советую вам обратить внимание, если вы такое еще не пользуетесь, советую обратить внимание и хотя бы раз попробовать. Поехали дальше. Мурочка гонит, Пафи мяукает, а я записываю видео, потому что Новый год, и я наделала кучу покупок. Фикс прайсе, на самом деле, это очень классная тема, это уже новогодние покупки. Я сделала их 31 января, после обеда уже, и я видела реально новинки. Вот такой порошок, я еще не видела. Это 2,5 килограмма, стоит где-то там 99 что ли рублей. И там есть такой для ручной стирки. В общем, это новинка, я попробую, обязательно вам расскажу, что к чему. Чистин универсал, ну обыкновенная хлорка и унитазу все равно, что в него льют средства за 500 рублей или за 50, вот ему вообще по барабану, главное, чтобы очищало. И обратите внимание вот на такой санитарный, знаете, вот было такое средство санитарный, которое все отъедает вообще в ноль, это вот то, что вы по центру видите, вот это вот, вот, вот это вот. Обратите внимание, очень хорошая штука. И вот из того, что продается в фикс прайсе, я могу сказать, что вот это вот самый нормальный кондиционер. Это такие хозяйственные покупочки. И я покажу вам еще обязательно новинки. Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Хозяйственные покупочки и новинки из фикс прайса уже в новом году. Всех поздравляю. Подписывайтесь на мой канал. Маленько загриповала, но это не мешает мне снимать видео для вас, потому что я вас люблю, обожаю. И от души поздравляю. Размах трагедии понятен, когда вы видите вот эту когтеточку из фикс прайса, что сделано с ней Пафи за 2 дня. Всего за 2 дня. И, конечно же, я купила новую, потому что лучше пусть она дерет когтеточки, чем крушит все вокруг. Это по качеству, не так, в Горизонте в зооотделе купила. Вот, и поехали дальше. Вот такие салфетки я купила, огромная пачка, здесь 120 штук за 53 рубля. Я их использую и для снятия макияжа, и для того, чтобы протереть руки после того, как я сделала макияж. И иногда даже я ими протираю стол, потому что я вообще-то пришла покупать салфетки для уборки, но ничего не было, поэтому взяла то, что лежало ближе ко мне, и это тот самый случай, когда
тяжелая, большая упаковка и очень-очень дешево. Хорошенькие новогодние шарики. Я нашла другие тоже с такой же клетчатой тряпочкой, полосочкой, тесемочкой. И, в общем, у меня такое настроение очень романтическое в связи с этим. Я сделала покупки почти в канун Нового года, но видео выйдет после Нового года. И там, кстати, есть реально много новинок. И самое главное, смотрите, что я нашла. Вот таких кормов я купила ровно 10 штучек по 17 рублей. Они тут, Мурочка облизывается недалеко на диванчике и шебуршит всякими коробочками и пакетиками. В общем, это стоило 17 с чем-то рублей. 17,80 что ли. Там никто не стал, видимо, разбивать, сколько будет там 53. Я просто зашла, взяла половину сюда, все погрузила и привезла домой. Ну что, интересно, поехали дальше. Вот такую штучку я купила в Находке, я уже не помню за сколько рублей, но в общем очень-очень бюджетно. То, что Фикс нам продает вот эти губки за 50, значит, Находочки они по 23, по 20 с копейками, вот эти вот кексики, пирожные и все такое. Что тут у нас еще интересного? Да, вот по 27 тоже где-то так рублей средства для мытья посуды и вообще всего-всего для того, чтобы сюда где-то как-то. Тоже в Находке купила вот такой совок для уборки кошачьих туалетов. Вот такие румяшки я купила в подарок. Молочко сюда 40 с чем-то. И вот такой кетчуп тоже по очень-очень бюджетной цене. Я снимаю все очень-очень быстро, потому что сегодня вот 31, может быть уже 6 или 5 часов вечера. Я спешу адски, но просто я знаю, что если я сейчас это не сниму, я не сниму это никогда. Значит, это соковыжималка для цитрусовых. Вот это я уже брала. Кисти стираются отлично. Это дешевле, чем в фикс прайсе. Это дешевле, чем в обычном магазине. Это тоже все очень-очень дешево. И это, скорее всего, какой-то китайский фейк под лимитку Хизерет. Правильно произносится Хизерет. Так вот, под лимиточку Хизерет, а 0,4 просто бомбовские. Вот, все остальное какое-то не такое. Но вот я нашла свой оттенок. И я очень рада, это уже третья, потому что я купила сначала одну, попользовала, оставила себе в личное пользование, добавила одну в кейс, в походный, и это подарок.